Доброго здоровья, друзья! С вами Лохматая Душа. Друзья, сейчас у нас просто ад. Ад, потому что огромный поток подброшенных малышей. Котята, щенки в коробках, в мешках, полузадохнувшиеся, полуживые. А самое страшное, ребята, укушенные клещами, и мы не успеваем спасти. Сейчас творится что-то страшное. Все малыши просто обсыпаны этими клещами. И не только малыши. Падают мамы, которых мы подбираем вместе с малышами. Падают мамы, которые кормят малышей. Жизнь и смерть настолько переплелись, что мы не знаем, за что хвататься, куда бежать и о чем просить. Мои хорошие, первое, что нам необходимо. Нам нужна обработка от клещей. И я обращаюсь ко всем, друзья, дорогие мои. Пожалуйста, кто чем может, помогите нам. Прошу вас всей душой, всем сердцем, я не знаю, друзья, просто умоляю вас, нам нужна обработка от клещей. Помогите, пожалуйста. Кто чем может? Это первое. Девочки, только что в приют приехала какая-то тетка, сказала, что она была в другом приюте, а они там не взяли щенят. И сказали, чтобы ее везли к нам. Вот она привезла и сказала, не возьмете, выброшу. Я прям здесь их выброшу и все, мне они тоже не нужны. Я их нашла. Все, девочки, вот весь разговор. Хочу добавить только одно. Если в следующий раз вы найдете пакет с деньгами, можете также не обращаться в соседние приюты, а сразу прямо ехать к нам. И мы, разумеется, примем ваш подарок. Так же, как приняли живых малышей. И будем этому подарку и вам очень благодарны. Друзья, дорогие мои, мы живем в страшном обществе. Вокруг нас мы никогда не знаем, что представляет из себя наш сосед. Кто-то в глаза улыбается, а за спиной большой булыжник держит. Друзья, я прошу вас только об одном. Я обращаюсь к каждому из вас. Быть человеком – это прежде всего спросить самого себя. Ты смог сохранить в себе милосердие, доброту? Тебе жалко хоть немного этот мир, этих малышей? Потому что если жалко, друзья, мы рассчитываем на вашу поддержку и на вашу помощь. Приюту никогда не в силах вытянуть все вот это. Ребята, и пройти мимо вот этой коробки с полузадохнувшимися детьми мы тоже не можем. И ни один человек, нормальный, чувствующий человек, не сможет пройти мимо. Только, как вы понимаете, у нас не одна коробка. А они сыпятся и сыпятся. И спасаем мы этих малышей только с вашей помощью, с вашей поддержкой. Люди, пожалуйста, услышьте меня, поймите и помогите. Прошу вас, мои хорошие, к вам обращается лохматая душа. Добра вам, люди! Ну, наши красивые. Так. Ну что, одному ребята сняли сегодня катетер, а второго малыша еще будем капать. Можешь им еще немножко что-нибудь дать? Хорошо? Все, дети, дети, маленькие дети, все, мои хорошие, красивые. Да, малышня, все будет хорошо.